Я решила стать реставратором, потому что мне всегда нравилось любоваться стариной. Мне нравилось рассматривать старинные переплеты, изучать их повреждения, любоваться кусочками кожи, потому что здесь в основном я занимаюсь реставрацией, изготовлением кожаных и полукожаных переплетов. Реставрация нужна для того, чтобы эти все ценности мы могли передать следующим поколениям, чтобы во время эксплуатации эти книги, издания, переплеты, карты и плакаты сохраняли свой первозданный вид или хотя бы максимально приближенный к первозданному. Несмотря на то, что с первого взгляда эта работа кажется очень такой творческой и художественной, я бы назвала это больше ювелирным таким каким-то мастерством. Потому что реставрация должна быть видна, но не бросаться в глаза. Она должна быть едва заметной. Поэтому это не совсем такой прям творческий полет, но это очень полезно для выработки аккуратности, последовательности в работе. В следующей части я расскажу об этапах и особенностях реставрации плаката.